Многоэтажки на Предмостовой повисли в воздухе. Сегодня в арбитражном суде вновь рассматривали дело строительной компании «Шелдон». Она начала строить небоскребы на месте бывшей автостоянки. Этому воспротивилась региональная прокуратура. По мнению представителей надзорного ведомства, бизнесмены захватили землю незаконно. К тому же, по их мнению, был нарушен генплан Саратова. В «Шелдоне» точка зрения другая, но публично ее компания не обнародует, несмотря на обращение журналистов. По итогам сегодняшнего заседания коллегия судей приняла решение о переносе рассмотрения дела на 12 марта.